Итак, дети, сейчас я научу вас находить закономерности. Бода, закономерности ищут не так. Да что вы возитесь? Вносите мою большую зарплату. Вперед, дети! Смотрите новые серии эксклюзивно на Иви. Ой, Бода. Бода. Научу вас путешествовать. Бода Борода. Биг Бен. Привет, дети. Сегодня я научу вас путешествовать во времени. Бода, ну путешествовать во времени невозможно. Как это невозможно? Мне нельзя, невозможно. Мне нужны все мои подарки на день рождения прямо сейчас. Но день рождения у тебя только через месяц. А я вам про что? Не хочу ждать подарки целый месяц. Вот здесь написано, как ускорить время. Бода, это путеводитель по Лондону. А почему тогда мы все еще не в Лондоне? Смотрите, вот она, машина времени. Бода, это Биг Бен. Да хоть пинг-понг. Так, все, читаем инструкцию. Биг Бен, часовая башня Вестминстерского дворца. Не то. А, на самом деле Биг Беном называется самый большой колокол на башне. Снова не то. Нашел! Монетка в один пенни ускоряет часы на 2,5 секунды. Да. Если часы начинают отставать, смотритель кладет на маятник монетку, и они ускоряются на 2,5 секунды в сутки. Так Биг Бен остается самыми точными механическими часами в мире. Отлично! Положим на маятник гирю, ускорим время, и подарки мои. Так. Осталось попасть на башню. Циферблат часов такой большой, что в него может спокойно проехать 2-этажный автобус. Бода, что ты задумал? Одолжите, пожалуйста, ваш автобус. Мне надо в Биг Бен въехать. А почем проезд? А вон в те часы и попадем, если разгонимся. Ну и автобусы. 2 этажа, а толку никакого. Что? Дверь? Пропустите меня! У меня день рождения через месяц, а подарки нужны сейчас! Бода, в Вестминстерском дворце заседает парламент, так что подниматься на Биг Бен разрешено только членам парламента и их гостям. А это еще кто? Лорды. Ладно, стану ради вас лордом. Пустите! Пустите! Пустите меня! Не работает ваша инструкция. Все, я погибаю от подарочной недостаточности. Бода, не грусти, у нас есть для тебя подарок. Вы что, нельзя дарить подарки, если не день рождения еще? Прощайте. Можно, подарки можно дарить любой день. Правда? А что же вы раньше и молчали? Чуть не погиб из-за вас. Личная машина времени. Откручу время назад и получу все свои подарки на день рождения за последние 200 миллионов лет. Тираннозавр. Подарок принес. Буква Т. Здравствуйте, дети. Сегодня я покажу вам букву Т. А где же буква? Ах, вы морфики! Ой, морфики взяли букву покататься. Спокойно, дети! Сейчас я их догоню.
Бода, тебе нужно что-то, на чем можно ехать. Какой-нибудь транспорт. Вот я и говорю, транспорт мне нужен, а все стоят без дела. Телегу мне. Смотри, Бода, телега начинается с буквы Т. Начинаться-то она начинается, только не едет почему-то. Телега сама не поедет, нужно запрячь лошадь. Лошадь-ка, лошадь. А вы говорите лошадь. С лошадью она бы еще быстрее от меня уехала. Не нужна мне телега, нужен мне трамвай. Трамвай тоже начинается на букву Т. Бода, чтобы трамвай ехал, нужны рельсы. Это мы еще посмотрим. Шума много, толку мало. Не хочу трамвай, хочу теплоход. Теплоход тоже на букву Т. А этой железяке что нужно, чтобы она меня до морфиков довезла? Вода! Бода, нужно больше воды, река или море? Море. Нетю моря. Не хочу море, хочу морфиков догнать. Придется тебе ехать на тракторе, Бода. Он тоже на Т. Ладно, давайте ваш трактор. Попались. Итак, дети, сегодня я покажу вам букву... Букву Т! Точно! С нее начинаются... Разные виды транспорта. Трамвай, теплоход, трактор, телега. Правильно! И поэтому мы сейчас поедем кататься. На чем, Бода? На том, что начинается с буквы Т. Быстро ищем что-нибудь на букву Т, что ездить умеет. Автобус, велосипед, троллейбус. Вот молодцы. Бода, только троллейбусу проводов не хватает. Ох, вечно у вас чего-то не хватает. И на чем же мне ехать? О, придумал. Возьму таз и поеду на нем. Он тоже на букву Т начинает. На тазе ездить невозможно. Нужно просто немного фантазии. Во! Видали? Как классно придумал! Никаких лошадей не нужно! Ребусы. Лыжи? Или ласты? Или, может, сапоги? Бода, привет! Ты готовишься к путешествию? Привет, дети! Я готовлюсь испечь пирог. Неужели незаметно? В ластах? Вы правы. Лучше в лыжах. Чтобы ничего не перепутать, я зарисовал рецепт пирога с помощью автобусов. Ты хотел сказать ребусов. Это такие рисунки, в которых спрятаны слова. Не мешайте, дети. Так, первое слово, которое нам нужно для пирога, спряталось в этом автобусе. И это... муха! А, вот и муха! Ой, надо было в ластах за ней бежать. Ага! Теперь нужно добавить в муху... Бода, смотри, в ребусе над картинкой буква «Х» зачеркнута, а рядом написано буква «К». Может, тебе нужна не муха, а мука? А я так и сказал. Мне нужно добавить муку. Что же за пирог-то без муки? А муха мне нужна для красоты. Во, видали? Красота! Итак, в муку мы добавляем слон. Маленький слон. Вот и ласты пригодятся. Бода, в ластах ты слона не догонишь. Смешные вы, дети.
Без ласт слона каждый поймать сможет. А вы попробуйте в ластах. Слон! Поймался? Пойдем, слон. В муку тебя добавлю. Бода, я понял. Если «н» в конце слона зачеркнуть, а в начале добавить «ма», получится масло. Из слона масло! Ай, вот тебе автобус! Ладно, слон, иди ешь в джунгли. Учитесь, как скрывать секретные полезные рецепты даже от самого себя. Так, что там у нас дальше? Да. Ха. Видите, дети? Да. Значит, я уже сделал пирог. Да? Все, пирог, ты готов? Нет, Бода, не готов. Как это нет, когда здесь написано «да»? Это тоже ребус. «Да» написано в букве «О». «В-О-Да». «В-О-Да». «Вода». Вода какая-то получается. Вода. Конечно, потому что для пирога нужна вода. Конечно, вода. Вот так автобус. А вот и мой пирог. Ой, что это? Бода, кажется, ты испек не пирог. Ты испек ребус. П-и-рог. Получается пирог. А это все почему? Потому что... Автобусы. Ребусы. А где мой пирог? Ах, этот автобус. Болгария. Привет, Бода! Привет, дети! Сегодня мы будем добывать золото. Ух ты! А где? На золотых песках. Здесь, в Болгарии. На золотые пески — это название пляжа. Ну вот, будем в золоте и купаться. Скажите, пожалуйста, золотые пески близко? Отлично! Морфы, вперед! Бода, золотые пески далеко. Лучше поехать на автобусе. А болгарин кивал, что близко. Бода, в разных странах разные особенности и традиции. В Болгарии кивают, когда говорят «нет», и мотают головой из стороны в сторону, когда говорят «да». Это местная особенность. Ну, конечно! За границей не как у нас. Главное все делать наоборот. Учитесь, дети! За границей, чтобы куда-нибудь попасть, нужно ехать в обратную сторону. Ехать за границей надо в обратную сторону, а ходить задом наперед. Бода, ну посмотри, все ходят лицом вперед. Да это все туристы. Ай! Вот, видите? А могли бы лицом в грязь упасть. Ну, где тут у них пески золотые? Сначала надо пожать друг другу ноги в знак приветствия. Пока-пока. Ни за что не говорите мне, где здесь золотые пески? Отлично, мы почти пришли. Ух ты, розовое масло. Правильно, дети. Попробуем заграничную кухню. Нет-нет, это парфюмерный магазин. Вот, в Болгарии очень любят розовое масло, но его не едят. А теперь обедаем... по-болгарски. Розовое масло и мыло не едят, Бода. Вот кафе. Съешь лучше бутерброд. Смотрите, дети, как за границей пьют кофе. Все-таки сложные у них эти заграничные традиции. Бода, нигде нет такой традиции делать все наоборот. Эй, вы зачем веревок на ветки навешали? Это мартынички. Настоящая болгарская традиция. В Болгарии мартынички дарят друг другу 1 марта в честь наступающей весны. Их носят до того дня, когда из теплых краев прилетят аисты. Люди верят, что эти птицы несут с собой весну и счастье. Поэтому, когда видят первых аистов, то загадывают желание и вешают свои мартынички на деревья. У кого мартынички, а у кого морфинички, морфочки, морфеночки, морфуфуфочки. О, счастливый аист. Друг,
Принеси мне золотого песка на счастье, а? Стойте! Я сказал мне принести, а не меня! Ох, и забыл, что надо было все наоборот говорить. Бода, смотри, вы прилетели прямо на золотые пески. Красиво! А все потому, что я хорошо знаю болгарские традиции. Дети, посмотрите, какой вид! Чистое золото! Великая китайская стена. Бода, привет! Куда мы сегодня поедем? Привет, дети! Никуда не поедем. Я решил построить свою достопримечательность, чтобы все к нам ездили. Ух ты! Великую китайскую стену! Бода, но Великая китайская стена уже есть в Китае. Смотри! Это Великая стена! Да, Бода, она самая. Огромная крепостная стена, которую китайцы построили в древности, чтобы защитить страну от врагов. Подумаешь, построили. Я свою стену первый придумал. А это... подделка. Нет, она старше. Нет, я старше. Нет, она. Еще мой дедушка о Великой китайской стене подумывал. Бода, китайской стене больше 2000 лет. Когда начинали строить Великую стену, не только твой дедушка не родился, а даже пра-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 пра дедушка не родился. Это что ли не дедушки мои стену придумали, а стена дедушек? Тогда у нее должна быть борода. Вот теперь ваша стена старше. Зато моя будет больше. Целых 17 метров. Бода, но длина Великой стены 9000 километров. А со всеми ответвлениями 21 000 километров. Это самое длинное строение на Земле. Хе, фантазеры. Поеду сам измерю. 1, 8, 37, 14. Бода, чтобы пройти китайскую стену, нужно минимум полгода. А велосипед я зачем взял, по-вашему? Ой. А на велосипеде минимум 1.5 месяца. Да за 1.5 месяца я 2 такие стены построю. Бода, один человек не может построить такую длинную и толстую стену даже за всю жизнь. А мне морфики помогут. Великую стену строили 100 лет. За все время в строительстве приняли участие 1 000 000 человек. Так, дети, хватит меня уговаривать. Ясно же, что мы с вами Великую китайскую стену не построим. Да и зачем? Вот же она. Огромная, великая, и приезжают на нее посмотреть 10 000 000 посетителей. Вот. Да, Бода. Сегодня и на века открывается величайшая достопримечательность – египетские пирамиды! Вот так-то. Египетских пирамид уж точно нигде в мире нет. Бода, египетские пирамиды уже есть. Тихо, не шумите, а то всех туристов мне распугаете. Смотрите новые серии и развивайтесь вместе с Иви.
Итак, дети, сейчас я научу вас находить закономерности. Бода, закономерности ищут не так. Да что вы возитесь? Вносите мою большую зарплату. Вперед, дети!